Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Леонида Михайловича Лобаницкого ежегодно проходит в стенах Волжского спорткомплекса. В этом году 155 молодых спортсменов приняли участие в соревнованиях, чтобы показать свой уровень ведения боя. В этом году возраст у нас молодой. Мы сделали 7-8 года, 5-6. Молодые мальчишки, хотим посмотреть наше будущее. Я думаю, они на этих соревнованиях приобретут большой опыт, который пригодится им в будущем. Греко-римская борьба – сложный вид спорта, развивающий у ребят не только физическую силу, но и выносливость. Во время соревнований за победу среди молодых спортсменов конкуренция возрастает. Конкуренция большая в весовой категории, в определенных. Сильные мальчишки приезжают из других городов. Но, как говорится, ковер покажет, кто из них сильнее. Правильный выбор тактики позволяет участникам одержать свои первые победы. Я пытался взять у них руки и зайти к ним назад. Но у меня даже получилось его положить на лопатки. Должна быть ловкость, сила и напор. Страх, волнение, боль к победе – самые главные эмоции, которые испытывают молодые спортсмены. Немного стресса, ну и когда побеждаешь – радость. Волнуешься, но потом, когда выходишь, все нормально. В этом году волжане собрали целую россыпь наград. 8 первых мест, 12 медалей за второе и третье место, тем самым показав лучшие результаты. Татьяна Дуборкина, Евгений Бережной, Антон Макаревич, Волжск 24.